Всем привет! Это видео выходит при поддержке Falconet и лавки Корабела. Ссылки в описании. Сегодня будем собирать отдельные вещи и начнем со сборки фонаря. Примеряем кожух фонаря к верхней крышке, и если крышка не налезает, ее можно подрезать. Шов кожуха можно запаять или проклеить. Чтобы не запачкать стекла клеем, я проклеивал их только снизу. Дальше собирается основание фонаря. Примеряем основание к кожуху, и если есть щель, можно немного сточить площадку из смолы. Теперь можно покрасить. Я использую матовую черную, красную, под золото и прозрачную желтую краски. Краску из банки можно немного разбавить, тогда она будет прилипать лучше.
Кожух и верхнюю крышку покрашу под золото аэрографом. Для этого залепил стекла. Дальше соберем компас. Чтобы выделить стрелки, сначала покрашу их золотой краской, лишнюю краску сошлифую и потом зачерню. На корпусе компаса сверху есть пара выступов для стыковки с верхней крышкой. Совместить их может быть трудно, я их просто срезал, но из-за этого верхняя крышка приклеилась кривовато. Дальше я спаяю фасон обух для проводки шкотов.
Чтобы очистить деталь от остатков люса, ее надо выварить в растворе лимонной кислоты. Деталь спаяна, лишний припой можно удалить надфилем. Для финишной обработки я использую лепестковые круги и щетки. Дальше я спаяю наметку мачты.
Наметка готова, но после установки мачты она оказалась великовата по длине, и в следующем выпуске я ее переделаю. А на сегодня все, до новых встреч!